Мир вам! Наша жизнь меняется с огромной скоростью. И то, что вчера нам казалось невозможным, уже сегодня является нашей реальностью. И пока у нас есть возможность наслаждаться мирным небом в кругу своих родных и близких, в это же самое время там, у нашей границы, ведутся ожесточенные бои. Течет человеческая кровь. Но, к великому сожалению, не все понимают, насколько все серьезно. Помню, как наши ветераны Великой Отечественной войны часто произносили фразу «лишь бы не было войны». Почему? Да потому что это действительно очень страшно. И пока одна часть молодежи тонет в разврате, наркоте и ведет себя бесстыжо, другие ходят в храм, трудятся и работают во благо своей семьи, родины и всего мира. Но таких очень и очень мало. Как и тех ребят молодых, которые хранят свой род в чистоте, не матерятся, уважают старших и помогают пожилым людям. Но этот факт заставляет задуматься, а есть ли будущее у нашей страны? Или мы также на уровне закона скоро будем легализовывать однополые браки, зоофилию и прочую дрянь, которая сейчас так активно процветает на перехваленном Западе? Но слава Богу, в наши дни еще остались те люди, которые сумели сохранить в себе добрые качества и могут постоять не только за себя, но и за судьбу целой отчизны. Верховный главнокомандующий объявил о специальной военной операции. Цель специальной военной операции – защита жителей Донбасса, Луганской Народной Республики. Мы, как сказать, личный состав, ну, это все приняли как должное, потому что на нас лежала огромная, колоссальная ответственность за ту поставленную задачу, перед которым, которая нам поставила командование. И мы быстрыми темпами начали ее выполнять. А вот за день до этого к нам пришел священник. У нас есть своя церковь святого Ильи Пророка. И священник нас всех благословил, то есть окропил водой, почитал молитву. Вот, то, что, ребят, все, держитесь, все хорошо будет. Раздал всем молитвы, псалтырь, по-моему, как он называется, точно не знаю, книжечка такая маленькая, с молитвой. То есть, вот, говорит, когда, говорит, вам, ну, будет плохо, или там, когда что-либо как-то так, вот, просто, говорит, откройте книжечку, почитайте, попросите у Господа, чтобы все, как бы, было хорошо у вас, у вашей семьи. Вот. Бывали, говорит, случаи тогда, то, что в чеченскую кампанию там, как бы, люди, носившие крест спас человека от пули. Это, как бы, такой факт был, имеет место быть. То есть задев крест, но не задев тело. То есть Божий, как бы, спас его. Вот. Тогда, ну, как-то, кто как эти слова, конечно, как-то принял, кто воспринял это как должное, то, что вот действительно надо вот так вот как-то этому, как бы, соответствовать. А кто-то воспринял так, что, ну, ладно, ну, что там, ну, пришло к нам священник, там, так далее. Но для себя я уже понял то, что мы летим туда не просто так. То есть есть такая вероятность, то, что можно оттуда и не вернуться. Это уже, конечно, может быть, каждый осознавал, но нас, как бы, дали нам понять то, что вот батюшка начал вот такие вот, как бы, разговоры, то, что вот человека крест от пули спас и так далее, имеет такие случаи место быть. Это уже повод был задуматься, то, что все не просто так. И мы это осознавали, и еще больше в нас появлялась ответственность. Страх. Ну, страх, конечно, вон у любого человека присутствует, то есть там вот могут тебя убить, могут тебя ранить и так далее. Но он как-то приглушался с той ответственностью, которая возложена на плечи каждого военнослужащего за тех, кто находится далеко за пределами всего этого. То есть родные, близкие, мать, отец и так далее, жены, матеря, вот еще раз скажу, дети.
И страх, он как-то пропадал сам с собой. И вера в Господа Бога и та молитва, которая нам была прочитана перед отправкой вот непосредственно в зону уже боевых действий непосредственно, дала мне веру на долгих 8 месяцев. И как бы то, что Господь, Он действительно существует, и то, что Он действительно есть. Вот. Я человек верующий. Да, я не часто бываю в церкви, конечно. Да, я там, возможно, каких-то молитв не знаю. Но ту книжку, вот, которую нам дал наш как бы священнослужитель, я целых 8 месяцев ее с собой всегда таскал. Она у меня была как вот, ну, действительно, за место второго бронежилета. То есть кто-то другие ее просто ложил в сумку, кто-то там в другие места. У меня она всегда хранилась вот около груди. И при возможности я ее читал. Я читал ее всегда как бы перед сном, вечером, днем иногда. Там, ну, бывают такие моменты, когда сгрустнулся о доме, о возможности, я понимаю то, что нет. Просто читаешь эти строки, становишься ближе к Господу и как-то грусть, тоска сразу пропадает. И так вот наш начался путь. Специфика спецоперации заключается в том, чтобы защитить жителей Донбасса и Луганской области от вот этих всех издевательств, которые они подвергались на протяжении 8 лет. Это обозначал наш даже верховный главнокомандующий. Ну сколько можно терпеть? Поэтому мы, как бы в свою очередь, пошли на помощь, пошли их спасти. Когда колонна шла, там время было, 5 минут на перекур и так далее, останавливались, было вот около церкви, и такой момент был, воронка от снаряда, которая разорвалась, но при этом ни одна икона, ни крест не подверглись даже никаким осколкам. То есть вот я просто смотрю, стена вся как бы, ну, в решето вот, храма, там храм. Вот, забор там весь сломанный, переломанный. А иконы, крест, на них как бы царапин вообще как бы нету. Хотя вот снаряд данный разорвался, ну, грубо говоря, в метрах 30, может, 20, а не задев при этом как бы иконный крест. Вот это вот имеет место быть Божье чудо, которое оберегает вот от данного зла, которое там сейчас присутствует. И поэтому у икон есть такое, наверное, я просто, ну, не знаю, какая-то защита своя есть. И она очень хорошо работает, и поэтому все иконы, которые вот мне попадались лично вот на моем пути исследования, они все были целые, и были целые кресты. Были небольшие часовни, то есть вот стоит крест, иконы. У этой часовни разрушена, может быть, левая сторона, правая, но крест, купол у них всегда целый, иконы все целые. Вот это вот Божья какая-то вот такая вот сила оберегает вот часовни, церкви от этой вот всей напасти. Вот. После Изюма мы там находились, ну, может быть, месяц, без связи, без возможности позвонить родственникам. Хотя, может быть, конечно, очень хотелось. Но мы осознавали то, что мы вот находимся там, и если сейчас вот я пойду звонить, мой товарищ пойдет звонить, то мы подвергнем опасности не только себя, мы подвергнем опасности другой личный состав за счет того, что просто рассчитают координаты, направят туда дроны или какую-нибудь артиллерию и просто эту точку накроют. Это было никому ни к чему, все люди осознавали, где находятся и ждали, пока вот будет какой-то определенный момент выйти на связь, отзвониться. Много, в принципе, не надо было. Там для матери, отца, жены и так далее
привет, я живой. Да, голодный, да, не бритый, не помытый и так далее, но самое главное, он живой. Это самое главное. Жили в окопах, потому что если ты, допустим, будешь жить в домах, да, у тебя будет крыша, да, у тебя будет какое-никакое там тепло хоть чуть-чуть, но это чревато тем, что при обстреле ты даже не успеешь где-то укрыться. То есть, если дом элементарно, ну, просто не оборудован там ни погребом и так далее, это просто верная смерть самому же себе. Поэтому, находясь вот в лесопосадках, в поле, ну, конечно, приоритет 100% отдавался. Я просто возьму и вырую окоп, я в полный рост. Но я зато холодный буду, голодный, но я зато буду жив и здоров. И это как бы осознавал каждый, и каждый это так делал. Ну, да, дожди были, да, тогда, ну, понятное дело, но никто не жаловался там, то, что вот как-то холодно, там, что-то еще, там, таких людей в наших, вот, в нашем подразделении не было, потому что, ну, все мужики, и поэтому зачем там, как это сказать, плакать? Мы рождены мужчинами, мы лишены слез вообще, как бы. Если мы даже будем как-то плакать, то мы будем плакать, я не знаю, ну, от радости, возможно, какой-то там, который прямо из самого сердца и самого души. Но это будут слезы радости, а не того, что там мама мне, папа, мне там холодно, есть нечего и так далее. Такого ни у кого не было. К нам приезжал батюшка из храма уже Ульяновска, из храма, я там не помню, как называют, большой храм. И совместно с нашей батюшкой привезли большую икону, которая, по-моему, Божьей Матери, по-моему, икону. И все собравшиеся также были окроплены. Батюшка прошел молитву, почитал. Каждый преклонился перед ней, попросил каждый свое. Я попросил, чтобы вся эта война первая, чтобы у меня была вся эта война закончилась как можно быстрее. И второе, вернуться живым и здоровым домой. И как только мы все вот это вот собрали, все вот это сделали, и пошел дождь, полил сильный такой дождь, то есть вот тоже им как-то имеет место быть. Но дальнейшая моя судьба, где я получил ранение, это в Херсонской области, как вот я уже рассказывал, находясь на боевой задаче. То есть была, поступила команда, то есть нужно оперативно было доставить боеприпасы, как уж там, куда уж, что я не могу сказать, но была задача пополнить боекомплект боеприпасами. Я как служащий минометной батареи, военнослужащий 1-го десантно-штурмового батальона с ребятами, с моими служивцами поехали. Нас было 5 человек, мы поехали на машине «Урал» за пополнением боекомплекта. Нас должны были ждать люди, которые находились в безопасном месте. Мы приехали, машину замаскировали, сели ожидать, пока приедет боезапас машины, которая должна нас пополнить. Ничего не предвещало беды. И тут приехала машина с боеприпасами. Два моих сослуживца просто встали и пошли просто посмотреть, куда поехала машина. И вот в этот самый момент происходит подрыв. Подрыв всей посадки. Сработал польский миномет. То есть это получено было осколочное мною ранение. Те два человека, которые пошли посмотреть на машину, мина попала именно туда, куда они пошли. Двое из них были очень в тяжелом состоянии. Один скончался спустя один день, где-то два дня. Другой скончался, даже, наверное, суток еще не было. От большой потери крови просто-напросто. Что уж там с ним, конечно, сказать тоже не могу. Но факт в том, что я находился вот... Ну, просто остался на том месте, где я сидел изначально в этом кругу. И... Просто случилось так, то, что передо мной была ложбинка,
буквально просто вот, ну, где-то вот сантиметров 20, в которой я просто, вот, я увидел то, что вот там вот дым, и просто туда прыгнул, там, с бронежилетом, с каской, с автоматом прыгнул, и все, прикрылся. Вот, как бы, вот это меня спасло. Божье чудо, то, что там просто вот какой-то кусочек земли, который меня спас, и вот в этот момент я успел туда прыгнуть, и не пошел туда, а вот пошел, почему-то я именно остался здесь, и прыгнул туда. Вот это вот судьбоносный такой момент, который повернул мою жизнь. Провели операцию с извлечением осколков. Все хорошо, жив-здоров, все руки-ноги, слава богу, целы. Вот. Поехал домой в отпуск по реабилитации. И на данный момент до сих пор как бы нахожусь в отпуске. То есть имеет место быть то, что получено там, оно не забудется никогда. Но на данный момент у меня остались осколки. Один осколок в области ноги, икры, а второй осколок в области головы, то есть скуловая часть. Дают о себе иногда знать, вот особенно при смене погоды и так далее. Сейчас как бы вот нахожусь на медикаментозном лечении. Вот, ну, наверное, все же, если по большому счету, это, наверное, такие пустяки в связи вот с тем, что я просто элементарно выжил в том месте, где, куда прилетела мина. Просто вот так вот. То есть я осознаю, это просто никому не описать, не рассказать. Это просто прилет и все. Специфика польского миномета заключается в том, что выхода не слышно, прилета тоже не слышно. Только бьет он по факту. То есть вот мы можем просто чай пить, кофе, разговаривать. Просто по факту ударит. И с теми людьми, с которыми ты общался 2 минуты назад, их может быть и не быть. Отдать, конечно, надо должное своей матери, которая за меня все эти как бы долгие месяца молилась, ходила в храм, вот, и просила Господа Бога, и я просил Господа Бога, чтобы просто, Боженька, вот, оставь меня в живых, пожалуйста, Господь. Просто чудо Божие, то, что вот я выжил. И сейчас вот те матеря, у которых сыновья находятся по мобилизации, кто-то находится на контрактной основе, кто служит, кто добровольцем даже пошел, они за них молятся. И вот этим матерям, моей матери и всем матерям России в целом надо отдать должное, то, что материнская молитва, она всегда ближе была к Богу, она ближе всегда к Богу расположена. То есть Господь всегда услышит молящихся, особенно услышит мать, которая просит за своего дитя, чтобы он пришел живым и здоровым. Так что вот такой момент надо отдать им должное, нашим матерям. Ну а ребятам никогда не поздно покаяться, раскаяться и так далее. То есть Бог, Он всегда есть и всегда видит наши все движения, которые мы делаем. И просто подойти к Нему и сказать: Господи, прости меня, то, что вот я делал так, а сейчас мне очень тяжело, прости меня, сохрани мне, пожалуйста, жизнь, я прошу Тебя. И я думаю, Боженька нас услышит, и все, кто Его просит, и все, кто за нас молится, вернутся домой живыми и невредимыми. За вас, пацаны! Когда домой, когда домой? Вопрос родился сам с собой. Ответа точно я не знаю. Я лишь проснулся сразу в бой. Когда домой, когда домой? Когда закончится наш бой? И мы опять с тобою вместе гуляем ночью под луной. Свистят пули и фугасы над головой моею дым. Я вернусь к тебе, родная, снова прежним молодым. И пусть
ключами автомат. Я вернулся на гражданку, долгожданный твой солдат. Когда домой, сижу в окопе с головой, и две вертушки пролетели, и вижу, враг горит с лихой. Когда домой, кричал мне друг передо мной, и слышу голос командира: приготовь заряд шестой. Свистят пули и фугасы над головой моею дым. Я вернусь, теперь родная, снова прежним молодым. И пусть пусты мои карманы, за плечами автомат. Я вернулся на гражданку, долгожданный твой солдат. Дорогая, долгожданный твой солдат.